Всем привет! Вы на канале Травка ТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать. Ля-ля-ля-ля-ля. Сестра, сестра, иди сюда, я тебе быстрее кое-что покажу. Ну что, что? К чему такая спешка? Помнишь, я же тебе говорила, что у меня есть какая-то там коллекция, я коллекционер. Коллекционер пони? Да? Да нет. А чего же? Я коллекционер украшений. Да, например, твоя корона была бы очень мне хорошим экземпляром. Нет, мне ее мама подарила. Давай без экземпляров. Ой, ну хорошо. У меня, конечно, очень мало их украшений, но я все равно тебе их покажу. Ну давай, показывай. Мало? Ничего себе! И это ты называешь мало? Ну, достаточно мало. Ты меня, конечно, извини, но мало это когда один или два. Но у меня такое количество мало. И вообще, я не понимаю, почему ты переехала, точнее, жить к нам. Но я говорю, потому что мама уехала. Ну и, во-первых, наша дача находится недалеко от вашего дома. Ну да. Девочки. Да, мама. Девочки. А, да, здрасте. Мне надо купить кое-что тебе, Пинки Пай, в школу. Ну и, Радли, ты едешь с нами, вдруг что-то тебе, не знаю, приглянется, и ты себе купишь. Ну да, мам, там говорила, можно портфель купить новый. Ну вот как раз и купишь. Еще твоя мама говорила, может, ты какой-нибудь сувенир, ну, привезешь из нашего города. О, да, я ей расческу привезу новую. Новую? Ну да, у нее просто расчески, например, ну, куплены в каждом городе, в котором она была. Это у нее тоже коллекция, на коллекционер. Да ладно, коллекционер расчесок. Ой, скажешь, можно я ей позвоню? Я ее посвящу в клан коллекционеров расчесок. И такие бывают? Бывают любые. Ладно. Хорошо, девочки, давайте садитесь в карету. Сейчас поедем. Ура! Сейчас только одену бантик. Ой, стенка упала. Какие плохие стены у нас. Да, какой ты хочешь бантик взять? Голубой, чтобы подходил к ее короне. Давай. Та-дам! О, господи, Пинки! Что? Немного ли у тебя украшений? А что? Ты сказала один бантик. И мама сказала один бантик. А к бантику нужна юбочка, моя заколочка и мой камешек красивый. Да, Пинки, ты знаешь, что к моде. Мне казалось раньше, ты ничего не понимала в моде. Теперь я понимаю, я модная. Да. А может, и тебе что-нибудь модное? Не надо мне модного. Ну, давай, пожалуйста. Ладно, давай только быстро, а то мы уже должны быть в магазине. Давайте, девочки, я вас жду в карете. Хорошо, мам. Открывай глаза. Что? Так, дай посмотреть в зеркало. Отойди. Что? Ты же сказала, просто меня переоденешь. Зачем ты мой аксессуар сняла с головы? Ну, чтобы мы были как близняшки. У нас и головные уборы похожи, и заколочки такие, и бриллиантики. О, господи, Пинки. Я тебе доверилась. Бежим! Бежим. Садимся в машинку. Все, мы залезли, теперь можно ехать. Юху! Юху! Ухи! Ой, хоть бы не врезаться. Юху! Паркуемся. Пип, 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 пип. Все, припарковались. Девочки, выходите, идем в торговый центр. Хорошо. Ну вот и мы и пришли. Ура! Как я обожаю этот торговый центр. Но здесь появились товары к школе. Ох, скоро школа. Ой, ну ничего.
Что ты будешь покупать? Я? Блин, я бы хотела найти украшения, только я их тут не вижу. А ты пони любишь? Фу, эти пони для детей! Не люблю я твои пони. Я вообще не понимаю, как ты в них играешь. Фу. А вот мои любимые украшения. Вау, тут целых 4. Вон 2 этих колечка, одна красивая брошка и заколочка. Мама, мама, мама. Да, доченька, чего? Блин, мам, смотри, как-то много украшений. Ну, бери. Блин, 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 я уже хочу взять, все взять. Хорошо. А, где тележка? Сейчас я ее прикачу, она вон там стоит, сейчас. Мама, тележек нет, но есть корзиночка. Давай. Ну, сама давай, бери свои украшения. А я пойду посмотрю нарядики. Уж больно они мне там понравились. Какие интересные. Ну, а ты что, свои пони будешь выбирать? Ну да, одну возьму. Да тебе моя мама не разрешит. Почему это? Я себя хорошо вела. Я, отличаю от тебя, на даче не в интернете сидела. Да там связь плохо ловила. Как я могла сидеть? Послушай меня. Я копала картошку, сажала лук, все делала. Ну, в остальное время я с подружками веселилась. Вот именно, веселилась. А я хоть в интернете искала нужную информацию. Нужная информация, где ближайший торговый центр? Ну, это же нужная информация. Я же себе испортила там каблучки, мне нужны были новые. Прям... Ты хотела найти посередине дачных поселков большой торговый центр, да еще с теми каблуками, которые тебе нужны. Ну, этими ботинками. Ну, ты уж извини, но ты сама плохим делом занималась. Плохим? Копала картошку? У нас этой картошки теперь столько, что больше всех моих аксессуаров. Да картошка полезней. Ну да, это я не буду возражать. Но все равно, зачем так много овощей? Чтобы хватило на долгое время. Ой, я тебя не понимаю. А я тебя. Ой. Мои красивенькие, хорошенькие аксессуары. Ой, я у всех возьму для моей коллекции. Ой. Так. Поберегись! Ой! Ты упала? Ой, кто там так несется, да? Что там я припоминаю случай, как ты однажды упала, подскользнувшись на картошке? Это тут так много народу, а ты говоришь про какую-то картошку. И если все узнают, что принцесса на даче подскользнулась на картошке, то я думаю, это будет не очень для моей репутации хорошо. Да? Эй, а вы знали? Ну ладно, не буду. Тогда не говори, что я занималась плохим делом. Ну да, ты занималась неплохим делом. Ой. Девочки, что вы там кричите? Да так, разговариваем просто громко. А, ну понятно. Ты уже себе набрала своих аксессуаров? Да. Так, смотри, твоя мама, она любит такой цвет. Розовенький. Может, ей такую взять расческу? Да нет, вот ярко она не любит. Голубую? Нет. Вот такую? Да, идеальная. Ну вот. Тут и расчесочки. Но она же коллекционер. Ну... Ей нужна одна расческа из одного города. Но это не коллекционер, это просто тот, кто любит расчески. Доченька, хватит. Ты себе купила пони? Не знаю, какую выбрать. Ну, бери, я тебе куплю за то, что ты старалась и хорошо себя вела на даче. А мне еще аксессуары.
И, например, ну, если бы я захотела пони, я тебе и так купила аксессуары. Если ты хочешь пони, то, конечно же, уже нет. Во-первых, я тебе покупаю аксессуары только потому, что ты, ну, как бы их коллекционируешь, занимаешься тоже, в принципе, нормальным делом. Да. И... Так, иди сюда. А она, если что, так, копала картошку, а ты сидела в интернете. Искала ближайший торговый центр в дачных поселках. Ну, мам, ну я не виновата, что когда я ночью ходила гулять вместе с моей сестрой, которая говорила, давай прогуляемся, там такие цветы. Но когда мы ночью пришли, там цветов не было. Ну, конечно, ты собиралась до ночи. Но я не виновата, что красные туфли не подходили к синему платью. О, Господи! И вообще, я не понимаю, как ты можешь носить на даче туфли с платьем? Ну, мне это нравится. Да, честно, она преувеличивает всегда на даче. Мама! А что? И когда я тогда упала в яму с грязью и сломала каблуки, ты же слышала, какой был ор? Потом целую неделю обсуждали, кто-то орал. Да, все подумали, что это ребенок маленький. Очень смешно. Но из-за клубуков никто не орет. Но это были коллекционные каблуки. Я и каблуки коллекционирую. Ой, да ты скоро будешь весь земной шар коллекционировать. И буду, если захочу. А что? Ой, доча, доча. Давай, бери пони, и мы пойдем. Ага, я себе возьму. Это у меня уже была, это была. Или не была. Возьму доктор Хуза, он очень красивый. Угу. Сейчас положим его. Тик-дик. Уа! Ой, еще хочу себе учебник взять. Учебник, да. Это он нам нужен. Ой, портфель забыла. Я тоже хочу. Мама, тут так много портфелей. Я возьму зайчика. Нет, я возьму зайчика. Я коллекционер вообще-то. И я буду коллекционировать и портфельчики. Ой, тогда хоть дай мне голубой. Нет. Доченька, ты чего на весь магазин орешь? И вообще, она имеет тоже право. Только попробуй взять зайчика. Он самый редкий. Доча. Прости, Ральти. Ничего страшного. Бери, как хочешь. Мне очень зайчик нравится. Только попробуй зайца взять. Взяла. Зайчик, он очень миленький. Ой, тогда я возьму этот и этот. Доченька, бери только один. Ну, какой мне лучше подходит? Ну, розовый. Беру розовый. Или голубой. Беру голубой. Я вообще люблю голубой стиль. Возьму голубой. Все, решила. Ясно. Давайте идемте тогда на кассу. Да, но знаю, если ты еще раз попробуешь взять то, что я хочу, Пинки, перестань. Ну ладно. Ой, очередь. Как обычно, мы попадаем в очередь. Ладно. Ну постоим. Всего лишь один человек впереди. Дочь, ну вот хватит. Ты такая вредная. Ну, вредность это ее любимое слово. И дело. Что? Так, вам пробить-то? Где коллекционер для расчесок? Знаменитая Расческина. Расческина. Лучше имени нет. Я получила такое прозвище, так как я единственный коллекционер, который собрал 7 миллиардов расчесок. Это мое рекордное количество. Но это плюс еще одни. У меня таких нету. О, можно ваш автограф? Конечно. Вау, здорово. Так. Ой, а можно еще для моих друзей? Конечно. Чик-чик. С вас 300 рублей. Ага, держите. Да, дети, а вы не хотите? Автограф моя мама, она коллекция, ну, можно сказать, коллекционер расчесок, она хочет у вас автограф. Ой, давай. Это не вы ли, дочка? Каденс? Вы дочка Каденс? Да. Ой, для меня честь дать ей автограф. Ой, как я рада. А можно мне автограф ваш?
Давайте обменяемся. Давайте. Ой, все, до свидания. Ой, я сейчас в обморок упаду. Как здорово взяла автограф у дочери. С самой принцессы. Ля-ля-ля. Я пошла. Пырм-пырм. Хорошо. Так. Здравствуйте, проходите. Ага. Нам, пожалуйста, пробейте все. И этот пакетик тоже нам пробейте. Ой, я пока отстаю. И я тоже. Тут. Ага, так. Бздык. 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 Ой, как много у вас аксессуаров. Бздык. Бздык. Как же у вас их много. Бздык. 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 Ой, с вас 1500. Ага, подождите. Все, да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Угу. Так, дочь, давай складывай свои аксессуары, блин. Ой, как у тебя их много, дочь. Ну зачем? У нас скоро целый дом будет забит твоими вещами. То и аксессуары подавай. Скоро буду ей уже и портфели коллекционированные покупать. Ну, мама, это же супер. Давайте загрузимся. Ой, сумочку чуть не забыли мою. Фу, я думаю, сейчас туда переложу вещи. Хорошо? Да, хорошо. Так, едем. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока-пока. Да-да, пока. Ой, мои сладенькие, хорошенькие мои. Мои любименькие сокровища. Эй! Давай уже перестань снимать. Ой, снимаю. Тут. Давай, перестань. Всем-всем пока. Муа.